А когда он ровно заровняет, ну, собственно, перегородим его, пойдет, тогда сам ладно. Один раз увидишь, будешь знать. 60 лет здесь закрыто было, мы его продолбили полностью, раскопали. Весной. Угу. Вода тут идет очень сильно, ну и я думаю, почти хватит отсюда. Конечно, хватит. Тут все, надо, чтобы вот это вот, он не задел. Видишь, как мы растерли. Ну, он пройдет же здесь. Ну, например, вот она где идет, вот она. Чтобы, ну, подальше малинечко. Это мы продолбили, чтобы весной вода пошла туда. Ну и здесь, естественно, все это, чтобы... Это зимой будут убирать тополя. Они затеняют, во-первых, здесь. Вы когда маленькие были, какие они были? Я не помню сейчас. Может быть, их и даже не было. Это все-таки. Вот мы одну спилили, убрали. Тут вообще не было просвета. Да я помню, было. Проезжал вот так все. Видишь, какие все деревья? А здесь-то была ямина. Дальше пойдем-ка покажем. Леш, давай, давай, все, можно. Здесь вот на мостике аккуратненько, только где мы сейчас стоим. Там увидишь, не зацепи ничего, аккуратно. Когда он отсюда проедет, пусть сам отсюда посмотрит, как стремить. Проблемка небольшая. Угу. Ну понял, понял. Вот все подняли, видишь, как он чисто. Гроба отдельно, выложили, убрали. Вот. Этот участок не разбили. Думал, здесь облетился, смородина посадил. Смотри, сколько труда проделали. Вот тут большие деревья, вот он вырвал все. А вон она где, плотина. Обязательно пройди, посмотришь. Что мы там делаем? Сейчас посмотрим, пройдем. И сделали на тот пруд, подняли и на этот. Но не знаем, что будет. Значит, сделали слив 3 метра будет. Стой. Раз, два, три. Думаем, слив вот такой вот сделать большой. Высота? Вот так, сантиметров 80. Но больше мы не поднимаем, потому что надо хотя бы год. Вон в том месте, да? Вон она идет где. Вот она теперь идет. Она была когда-то прорвана с двух сторон, они еще не могли сделать. Ну, нынче вот пришлось бульдозер нанимать и... Сейчас посмотрим, пойдем. Вот такое дело. Огромный труд. Ну, тут рядом храм, знаешь. Угу. Там второе, где купаемся, крещение. Там тоже мы подняли, но все надо сливы делать. Железобетонные сейчас вообще бесполезно. Ни подъезда нету, ни возможностей, да ни людей. Мы втроем здесь бьемся. И выписали сейчас дерево, даже на деле подвести, деревянные короба и закреплять их, чтобы для стока это было там. Сороковка, пятерка. Ничего не делать, видишь, сколько деревьев все пилили, убирали. Огромный труд. Около 300 деревьев убрали. Пробили. И делают это люди, это все это бесплатно, без копейки. А пеньки оставили специально получше, да? А это оставили мы, когда если вода или что-то будет, чтобы ничего нигде не рвалось. Нам еще это не даст, они корнями держат. Да, потому что здесь, вот он, видишь, как он стронул где-то, и то мы боимся, как бы оно глубже не пошло. Он пошел. Да, Вячеслав? Привет, привет. Ага. Да нет, пока, спасибо, пока все есть, спасибо. Это одна колейка, одна колейка. Если что-то вдруг наберу, спасибо. Снимать нет? Да, конечно. Вот кое-кое как грязь женит их помочь. Там немножко на комбайне заработает. А кто не видит, кто не может. Не видит, кто не видит. Ну, я сказал, какая это все. Песок, все не разберет. А помочь не разберет. Сейчас вот помочь вот такого бунта, где она помочь. Там из Китая надо не помочь сказать.
Следующий раз пойдет, рядом стоять. Поближе, сантиметров 5. Я там первый раз пристрелялся, посмотрел. Чтобы потом прямо его захватил. Так, вот так, да? Правильно? Это до этого места только, откуда начал. Да, да, да. Одна прямая дорога. Да, и сейчас он маленько, сейчас он выпустит. Да. Обратной стороной пойдет. По вот той колее. Он несколько раза, два-три проедет, чтобы сгрудить ее сюда. Да, 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 все сделаем. Даже стекать. Не видно, где я. Видишь? Все заравнивает. Он натянет, а потом ее выровняет, по нитке протянет ровно. Видно, куда вон она дорога-то вышла. Я понял, что он сейчас натягивает. А раньше-то грейдер был впереди. А мне казалось, а вот грейдер, эта петрушка была впереди. Нож поворотный здесь сбоку. Посередине был. Между передним и задним колесом. Вот еще сейчас пройдет, он еще это поближе, когда выгребет сюда-то. И вот здесь тоже оно будет горбушок, надо посмотреть. А потом мы пройдем там. Сейчас еще раз дождемся, он пройдет. Все, дальше не надо, вот это расстояние. Летели здесь, ну видишь, вот идет. Но если засыпать, это содрать вот это место. Сколько мы бились, укрепляли. Чего только не толкали. Железо отовсюду везли. Но закрепили. А вот эта проволока, вот, которая идет, она проходит там внизу. А, стягивает между собой. Смотри. Да. И она стягивает его. Вон она где внизу. Ну мы на Мехтаку себе заезд сделали тоже. КАМАЗы поднимаются по 40 тонн весом. Края выложили из блоков, поставили рельсы и стяжки такие же сделали, сварили и землей засыпали, чтобы так же держало. У нас-то ничего нету, понимаешь? Телефон! На кого равняться? Сейчас проверим. Алло, алло! Да. Ничего не изменилось, там написано Nissan Auto. Смотри, двое телефона рядом. Только что выехали, шифер весь загрузили. Автоколонна 1247 нашел? Так вы уже выехали, а что ее не взяли-то с собой? Нет, следующий. Ну понял. Давай. Ну да, давайте там, он нужные детали купил для машины-то? Все, мы ждем тебя, ну ты так нужен нам, ужас как. Сейчас грейдер работает здесь по Теряевке. Да, вот он грейдер, уже идет, вот уже таскает. Женя привел долгов. Ну, я не знаю. Я про то не разговаривал с Женей. Да, наверное, он и не возьмет это. Ну, ладно, ладно. Звонит. Аколая Глушкова. Ну, там, вот, вон где-то поля, вот, видать-то. И там вот такая вот дорога, Витя чуть не разбился. Я говорю, да грейдер, как он ее выровняет? Неровно. Это в каком месте? Не ну, вот где, вон там, поворот, вот где... Деревья-то есть где поворот-то? Глушков. А, понял. Сейчас проедем, давайте глянем. Ну, сначала я не выпущу пока здесь. Нет. Мне для песка. Я понял. Сейчас здесь сделаем, потом туда проедем. Пускай глянем. Постарается.
еще раз его захватит здесь, видишь, как она сразу вот показывает, чтобы вода-то стекала. Он бился, вот так толкать. Он и хорошо съел, кстати говоря, молодец. Далеко не каждый так сказал. Нет, бульдозер он так сделал. Да бульдозер-то у него, это как на 2 года старше тракториста. 81-го что ли года. Бульдозер. Видишь, он как? Это он заберет отсюда всю землю, подтянет середки ее, и как нужно. Вот это самое главное стекало. А песок-то тогда ему уже ровнее по этой-то пойдет. Конечно. Мы песок можем завозить буквально сегодня уже тогда. Ну давайте там мы что сделаем, трактор у вас оставим. Трактор у вас оставим. Пожалуйста. Только знаете, когда мы оставим у вас, мы сейчас еще поедем в одно место поработаем. Мы его оставим там, где бульдозер стоял. Ты знаешь, у нас такое воровство-то идет? Что, воруют? Ужасно! А что такое? Горючее, и поймали вора. И ночью поймали. Из Корчина ездит? Нет, Кадникова, ты же знаешь? Знаю. Соседи ваши. Приехала милиция, уголовный розыск, что? А он сорвал на 4900, а надо, чтобы на 5 тогда. Его сразу отпустили. Дума приняла новый закон, потому что все варьё. Он уже не один раз у Игоря, второй раз, и как раз его слил только что. Там батарею украли, радиатор. Ну надо свободу лишить его, к дереву на пару суток привязать и все. Это, по-моему, не грех это. Это все мы засняли, все стоит. Вор пойман, заголовок называется, в интернете у нас. Но исправить его может только Бог, только Христос. Ну а что, казаки хотя бы отпороли его. Нет, он стоит. Рукоприкладством заниматься не надо, но дерево привязать можно. Ничего ж не делал, просто стоял. Дмитрий, Дима звать, Дима. Я говорю, давай помолимся напротив храма такой, чтобы тебя Господь прокормил. Ты приезжай, у меня пенсия большая, 5600 рублей. Я тебя прокормлю. Ну ты понимаешь, кого ты снимаешь с машины, с комбайна, а ему завтра в поле выходить. Ну маленько-то погляди, что ты делаешь. Ну стоит, моргает. Его уже не раз корчинские ловили. Это есть такие люди. Ужасные. Которые... Я говорю, ты посмотри на Игоря-то, на кого он похож. Выезжает на комбайне-то, на веревочках. Там 2 комбайна, мой Витя сейчас помогает, как бы. Он, глянь, куда поехал, он хочет еще и там равнять. Не, сейчас вообще нормально. Скажи ему, что туда не надо. Леш, далеко не уезжай, там все. Сюда рядом, только вот этот участок. Начиная от машины где-то. Давай, да от машины от вашей сюда. Отшлифовать надо. Ну что говорит-то? Он еще раз пройдет и это вот завалит. Вот этот бугорок надо снять. Сейчас он срежет, конечно. Ну просто где-то здесь развернуться. Нет, назад или как? Он сейчас до конца пройдет, потом он еще раз пройдет. Возьмет маленько правее. Ну да. Сюда вытащит. Это все вытащит сюда. Да. Вот это вот пускай на середку это вытащите, да, тут тоже будет бугорок. А то тут плоское. А тут, видимо, нечего взять. Ну, я надеюсь, бугорок здесь, наверное, бугорок не получится сформировать. Да, горбушком-то может? Нет, ширина большая. Никак. Никак. Ну, здесь, если нормальный песка насыпать, щебенки насыпать, она размываться не будет, ничего. Ну, да, но тут короткий участок. Короткий участок, да, тем более. Она сюда побежит, туда побежит, туда и сюда. А здесь он подтянул, и уже считает, а сторона уже подошла. Он разворачивается. Сейчас еще раз другой он проедет, он все это... Вот прокопали, чтобы вода уходила лучше. Раньше вот это основная дорога же. Конечно. Это улица Мария Васкина, наша матери. Ой-ой-ой. Тут приехала комиссия. По соцобеспечению, медицине, что-то такое. Вот на 3 недели мы были. Ну, один из них говорит, я не понял, что какое-то место в школе занимается, плохо слышали. Ну, говорю, пришли там кто-то участвовал, защитили, это другое. Они не считали, считали, нас не подписывали. Это очень дорогое удовольствие дороги делать. Очень дорогое. Ну, представьте, мы засыпали, сейчас даже не догадаешься, что тут делать. Я уже не буду говорить. Да. Все, хорошо, понял, сейчас. Когда он последний раз придет, ты его обязательно... Хорошо. Я ему уже пообещал, и это наш дом будет. Это тоже не двору для соек, и наш это. Сейчас его маленько подогнать поближе, чтобы отодрал оттуда. И тогда у него тут кое-что появится на сегодня.
Леша, правее возьми. В смысле, левее, левее, левее. От меня пойми. А вот так, да-да-да. Да-да-да. Левее, это от тебя, от него-то правее. Ничего, ничего, все, давай. Еще, мы сделаем. Все нормально, все попробуем. Нормально. Вот, все, вижу, уже не возьмет, наверное. Давай заложим. Это портовинка наша, я поправляю. Ой, она здесь хорошо, прям потом это, подсыпут песочка, щебеночки, и все твердо здесь, нормально прям. Тут еще такого нет. Далековато выслали. Все. Это пол. Тут еще он никакой роли не играет. Тут гуляет и поставили. Вот. Дальше он подтянет. Там все поле еще не попасть. Да я утащу тоже. Утащу. Вот так. Thank you.
сапог работал. Вот сухой год, он освободил. Без того лишь такой рост. Он это все его работа. Это он отсюда его освободил, старое. Но уже начал тонуть. И мы... А нынче я не знаю, что за год такой. Вначале только начали работать, трактор тонет и все. Мы его едва не посадили. А два года же дожди, дожди, дожди. Дожди, надо, видимо, уровень грунтовых ход. Поднялся, Серега поднялся. А там-то, видишь, бобры появились. Вот перегрызли. Такие деревья там были. Вон, где, видишь, внизу полоска, то шифером мы загородили. А сейчас будем выше еще шифер, шифер не берет. Ну куда-то уж и болото, как вода перестала крыться и ушел. И вот они. Вода была. Сейчас он здесь подрезает просто. Вот так, смотри. Он делает предположим. Даже не надо говорить. Это нормально, еще не надо больше. Вот это пускай все теперь он ведет в лужу и тушь. Я сразу заказываю. Там тоже работают. Там тоже договорились. Какой-то асфальт возит. Договорились. Горка. Нормально. А у нас тут и с транспортом вообще сейчас проходит. Декабрь месяц. Вот пускай теперь расправится с серединой, вот это вот туда поставить. Леш, разворачивайся, все нормально. Давай по ту сторону. Он может разворачиваться задом он туда, в ограду. Он сейчас образит там парень молодец. Тут канавка-то не получилась еще. Ну давай пару раз проехай, давай, ага. Пару раз проехай. Вон канавка еще. А? Канавка вон идет, видите, посередине. Сейчас он канавку здесь сделает, сюда сдвинет грунт, чтобы сток был, чтобы. Второй да, не настаивался. Да, да. Правильно делает, молодец. Племянник мой дает. Лучше. Тополей, это видишь сколько? 20 с лишним тополей, это все вручную валили. Приживали, а потом этими тополями приводили туда, и там этот двор делали, чтобы она вышла. Там посмотришь, какую работу проделали, не человеческую. Это мы 20 с лишним месяц они вылазили. Место кому-то не нравится, кому не нужно потерять. А мы говорим, мы должны оставить после себя. Тополей не следующий. Нам бежать некуда. Погоди, вот Москва. Как Панфилов говорит. Это... Журналисты придумали. Так, погоди, посюда молодец. Это вот как раз Евгений Долгов из села Подсёпное, у которого я говорил, сколько у нас сейчас гектаров? 6700. 6700. А начинался с скольки? 23 гектара. 23. Видите как? Я когда здесь что-нибудь рассказываю, вас все в пример ставлю своим. А люди-то не видели, вот теперь увидят. О ком я ставлю пример. Это труженики, которые кормят ни два, ни три человека. И никакой помощи настоящей-то нету от государства-то. Какая помощь-то? Ну, нашим детям, знаете, ничего меньше помогали. В Америке, не знаю, насколько достоверно, говорят, и от добычи нефти снимают 80%. 80%, чтобы распределить такое, а у нас одинаково на всех 13%. Разве это справедливо? Главное, кормились. Горюще все поднимается, а хлеб в цене почти стоит на одном месте. Все нормально? А мы научились при таких ценах работать. Даже так. Хуже бы не становилось, и нам нормально. Мы же высшего не ждут. Ничего не ждут. У нас уже, когда начинали, мы так купаем. Мы только не мешаем. Ваши чего? Русского мужика талантливый. Да. Мы убегаем, селиться. Thank you.
А у него желтая подписка. Там желтая, вода заливается специальным балластом. На зиму сливаем, а на лето заливаем воду. Ялы такие называются. Там меня это не касается. Мне вот это вот ровно сделать. Понятно, это я знаю. Но мне, я говорю, главное для меня вот это... Добросовестно. Вот это пока не добьется, что от него требуется. Да. Леш, ну давай еще разок пройди. Хорош, наверное. Скажи, середину. Вот примерно от этого утра. Сам приехал и сам там был. Вот отсюда сверху, как это выглядит, вот оно идет. Прямой линии до того места, чтобы ровно ее выровнять. Как его отпустить, он будет знать. Не знаю, как он поедет. Владыка к вам больше не приезжал с весны? Что? Владыка. Вот он только что поехал. 16-го. Уже он теперь не поедет. Он же сын привез их. И партию, она узбалтайская, большая, разбили на три. А он поставил два. А митрополит? Его вызвали в Москву. Он был, по образу сказать, генерал-майор. Ну, я помню. Его сделали генерал-полковником. Ну, то есть это пример, они по ранжиру и за обедом у царя они именно так употали. Они выдумывают эту должность. Епископ это приравнился генерал-майор, архиепископ генерал-лейтенант, митрополит-полковник и патриарх-маршал. То есть они, когда сидят там где-то в прием, как полагается, это такая честь. Ну так вот они придумали, нам все отменять. Никто не послушает. И не надо. Бога, надо. Бога поставили. Я попросил меня проповедь сказать. Я проповедь сказал полчаса. А потом закончил на обеду. Я в этот день причащался, он сам меня причащал. И люди-то, которые там где-то что-то говорят, бухтятся, они теперь вообще не знают, что говорить. Угу. Тогда еретика оказывается... Палки из рук у них выбиты все. Чего брать? Чем лапки набить, бить нечем больше. Он же приехал четвертый раз. Чего брать? Здрасте, конечно. Обменять его в лицемерии, ну не видно, что, какая у него улыбка. Мне он понравился. Мне понравился. Когда ему указали, говорит, смотри, владыка в объятиях Морфея, он не обиделся, он физику нормально воспринял. Все правильно. Я же помню этот случай. Был он как раз, привез журнал, и в журнале, говорится, отмечали тысячелетие представления князя Владимира Сахонова. И в это время первое слово подвергал держит Путин, второе патриарх, и этот наш профессор. Речь свою не говорил, но там присутствует. Так что... Как зэки говорят, проверку на всю жизнь мы устроили в прошлый раз. Не постойно пошел. Не оскорбился ничего. Я не говорю оскорбления. Ну, а вы правду сказали. Меня я не слышал, что вы какого-то человека оскорбили. Если вы что-то говорите, то это будет правда. Правда перед Богом. Правда перед Богом. Каждую чашку показывает, где опустить, где снизу ему-то не видно, вверх или вниз. Я знаю, до какого места тащить, а так, ну, видите, смотри, да, ровно так что сделал. Вот это вот камушка. Они сейчас могут, они так, пофокнут. Второе, поехали. Вот так опять, посмотрите, он так тянет. Опять тянет, сейчас он все будет красиво. У него высотой регулирует и поворот ножа вот так у него в горизонтальной плоскости. Так, ну вот что сделаем, Женя, послушай меня. Как только он закончит, я выйду сюда и буду стоять посреди линии. И ты ровную линию мне протянешь.
ровную линию. Ровную. Но после него. Он маленько тогда будет в сторону чуть-чуть маленько бордюрчик сделать. Ну, маленечко ты увидишь. Вот до этого она идет, а тут небольшой поворот делает. Угу. Только переезжает этот тоннель наш, и там сразу поворот. А не так, что вот здесь вот так вот. А может, Игнат Тихонович, давайте сейчас он раз еще оттуда пройдет сюда, и мы посмотрим, может, ничего не надо будет. Вот он... Нет, ему не надо. Вы нам колею на этом положите, колесами. А, колесами? Колесами. Когда он уедет... А, понял, просто чтобы проехать. Проехать, потому что у нас кто-то будет ездить, а они по первой колее, как маленькие ребятишки, едут. Инстинкт у человека. А мы с вами на этом, я покажу, что мы сделали. Это приезжали аргентинцы. Они занимаются тоже сельским хозяйством и опытом делиться, и предлагают свои услуги. Как называют, консалтинговые, то есть они берут поле, сопровождают его, технологию всю прописывают, контролируют выполнение работ, темы, как работать, какие сроки, и ты им за это деньги платишь, там $25 или $30 с гектара в год. Вот, и они рассказывают нам, как у них такая притча есть, может, вы ее слышали, про привычки человека. Чтобы привыкли землю пахать, ковырять все время. Наши деды так делали, и прадеды так делали. И вот надо это делать. А мы, говорит, перестали землю пахать, урожаи стали лучше. Вроде нарушения пошли, и приводят этот пример. Ученые проводили эксперимент. Посадили 5 обезьян. Вот. Пищи мало давали, только вода попить. Потом поставили вышку, лестницу, на нее положили бананы. Бананы веревочки спустили, обезьяна одна увидела, полезла туда. Бананы взяла, есть. А в это время специально взяли всех обезьян, остальных холодной водой окатили. Раз так сделали, два сделали. Потом раз, одна обезьяна наверх полезла, они стащили, давай бить ее. Отколотили, она больше туда не лазит. Потом взяли обезьяну, одну поменяли. Опять связку бананов положили, она туда увидела и полезла. Она туда не долезла, они стащили, давай ее бить. Да зачем так? Потом вторую обезьяну поменяли, потом третью, потом всех сменили обезьян, все другие обезьяны. Бананов даже не пробовали, а одна только соберется туда лезть, они сразу бить начинают ее. Никто не знает почему, говорит, но вот у людей примерно так же. То есть они не головой работают, а инстинктами. И поэтому вот из-за этого проблемы, правильно говорите, если колею не проделал, один вот так поехал. Поехали, все вот все остальные вот так поехали. Все остальные как овечки. Если одна прыгнула, а я убрал эту жердь, а остальные все жерди нету, они все до одной прыгают. Все прыгают, ну. Бараны. Что-то вот такое есть. Там бананы, у нас бараны. Бараны. И люди вот во многом себя вот эти вот похожим образом. Вот эти неровности, вот это хотя бы стащил он и посередке загладил. Сейчас он здесь пойдет, да. Посмотрим еще. Это как раз сухим она это разбавится. Вот этот вот хорошо, вот так вот был. Сейчас пройдет, все, посмотрим. Продавил. Это вода сама ушла или спускали вы ее из пруда? Сама. Сама потихоньку. Раньше были родники, сейчас у нас сомнения, есть ли родники. Но есть такое предположение, когда вода здесь будет подниматься, грунтовые воды поднимутся в озере. Когда я был маленький, я здесь даже тонул, мы купались здесь. И вот мы думаем его поднять сейчас. Ну, около 2 метров. Дальше, который мы наростили, поднимать нельзя, потому что ни осадки никакой нет, он просто размокнет. Мы сейчас тут понавезли битого шифера, сейчас укладываем. И еще те 2 пруда ремонтировать взяли сразу. 3-метровые. Как здоровье ваше, Игнат Тихонович? Знаешь, мне некогда даже думать об этом. Думаю, как всегда, хорошее. Я все время... В труде, непрерывно каждый день. Думаю, утром не встать. Вот. У меня же операция на позвоночнике была. Смотришь, утром встала, то опять немного. И когда пенсионеры встречаются, как правило, разговор. Ну и как, чем болеешь? Я говорю, а что это такое? Ох, Игнат Тихонович, лукавите. Не может быть, что у вас ничего не болело. А что, болеет? Болит, я считаю, это естественное. 77-й год, что спрашивают-то? Это не 2 года назад. И поэтому отмирание организма. Что вот болит у нее? Еще она пожелтела. Время пришло. Время пришло. Вот она, береза стоит. Да. Посмотри с той стороны. Глянь, какая, Володя, красота. А ветла стоит зеленая. Ну, пока рано. Ей пока рано. Ну, значит, она где-то на Кавказе живет, долгожитель, маленько подольше. Игнат Тихонович, ветла? Ну да. Вон там, смотри, какие ветла-то красивые. Большинство будут убраны. Пусть. Подравнивать. Я не люблю жаловаться. Я когда спрашивают, я говорю, лечите молодых. С
сломали руку, там еще что-то. А что тратить деньги, какие-то лекарства? У меня ни одной таблетки за всю жизнь не было. Я не знаю, что такое. А зачем? Главное это нормальное питание. Никогда не злись, да, не злопамятствуй. Твори добрые дела по силе возможности. Благодаря. Мы тем более молимся, на Христа надеемся. Господь и дает. У меня голуби. Надо свои обезьяньи инстинкты как-то прикручивать. Я голубями-то все время лажу. Ты мне семечки помогаешь. Вот он как раз и помогает. Женя, как тебя вещает? Алексеевич. Алексеевич. Евгений Алексеевич, а тут Алексей Евгеньевич. А вот, видишь, это называли люди как хотели, а по календарю-то, может быть, не Алексеевич был, а Алексеевич. Может, ну, там может быть другие-то имена. Иногда бывает до 40 имен на один день. Но выбирают Оля, Толя, Таня, Маня. А там какие имена-то были? Вот у меня, представь, Тихон, старший брат Самуил, за мной я Аким. Ну где ты в школе Акима встретишь-то? И Самуила. Вот у меня у матери, где братовья на фронт ушли все, Макарий, Филарет, Эммануил. У отца был Степан, Амос, Наум, братья. У меня дед был Наум, материн отец. Бабушка была Устинья. Устинья? Устинья. У меня Устинья. Вот. У отца отец был Терентий, мой отец Алексей Терентьевич. Терентьевич? Да. Вот Терентий у нас. Он в этом году университет закончил, у Игоря, старше. А меньше сын у нее, Еремия, это, ну, Ерема зовут. А в простонародье Ермак. А бабушка вторая ведет? Ну, какие? У меня сестра и какие бабушки ведет, а все у нас. А у Стина, наверное, строгая была. Интересно, главное, бабушки одинаковые. Редкое имя у Устиньи, да и такие не так часто. Вот это вот пускай на ее помкает. Игорь, ты все убрал, нет? Да нет, конечно. Еще гектар 50. У него 50 это уже вы. Они и так до 3 часов работали последний день. У нас тоже очень много. Ну, у нас много силы, люди, у него никого. Не тешится. Я вижу отработку, которая вот отрабатывает зерно. Которые есть, они почти не отличаются. Почему-то. В этом году зерно какое по качеству? Тут была вторая половина лета сухая. Первую половину лета нарос хороший урожай, масса хорошая была.
вот. Я слышал, что у вас трактор на все ладно. Чтобы никакие эти кидать. Трактор, чтобы у вас было там тоже поражение. Помнишь? А, да, было и на горохе, и на пшенице, и на рапсе. Мы еще и это... Мы с утром были научили. Не только это надо уйдет, когда еще было воскресенье. Как ты еще заряжать можешь? А там дома вот, зарядная машина нет. Есть на поле машина стоит, у нас там есть зарядный. А вот это действительно ли так? Когда навигатор, не навигатор, или, допустим, на телефон у меня заряжается, на дороге мы ехали, и в это время машина трогается с заправки. То ли повышенная энергия, или еще у меня телефон перегорел. Надо его когда заводить, надо сначала выдержать. А когда заводили машину, да? Мог скачок напряжения произойти? Да. Да. Когда ездил, у нас же нынче поездка это была в Мурманск. Вы ездили? Я не ездил, я не годный. Наши ездили. Нашелся дальнобойщик с Краснодара. Очень, очень хороший. Что-то мне, по-моему, кажется, что-то тут непонятно у него получилось. Почему? Не нормально все, пойдемте посмотрим. Ну-ка посмотреть. Пойдемте. Вот это как-то придавить, как это когда-то. Когда пройдешь, чтобы она похожа на это. Когда кусок-то пойдет, он так вот на этом год, и тут я понимаю, 10-15, а здесь, когда длина-то останется наверху, то не потопит. А вот если бы это не было сегодня грязи, то у него бы ничего этого не было. Все-таки дождик мешает. Ну, с одной стороны мешает, с другой помогает. С другой стороны, как раз она вся, даже самая твердая земля, она берется. Он же тоже сильно плотный. А как же это вот этот объект? Сейчас. Я так издалека и понял, вот это размазни. Давайте сделаем так, у него колеса широкие, пусть он лучше там проедет. Сумеет он его так? Конечно. Примять. Да, да, примет. Я сразу перекрою мы тут, у нас шижерди с красными флажками. Временно. Чтобы не ездили. Один раз-то проедешь, а отсюда выйдешь таким путем. А вот и было бы, дождя не было, этого бы не было. Он бы ее ровно сейчас разгладил, она была как есть. Теперь надо подумать, куда мне эти компьютеры стащить, чтобы не здесь они были. Я бы он пускай по ним колесами просто проедет. Считаешь, прижмет? Да, конечно, конечно. Ну давай. Ну она подсохнет сейчас, она вся же грязь. А тут ты видишь, она дождик все-таки, хоть и маленький морось, а он с вечера уже дул. А здесь еще может быть даже и лучше. Песочек насыпется. И что-то наподобие раствора, как вот печку, когда что-то... Да, но надо сначала поплотнее вот это. Тут-то куда песок сыпать? Ну, если бы он сильно... Надо мне, чтобы вот такая вот была. Тогда можно сыпать. Если он не сильно сырой песок. Если песок не сильно сырой, а он сильно сырым в этом году не должен быть, песок. Ну, песок это песок, он не слипнется. Он не слипнется, возьмет себя влагу, часть перемешается, притрамбуется. Ничего, я думаю, страшного нету. Все нормально. Ну, сначала это надо выровнять, как выровнять. Сейчас он разворачивается, он уже... Я так и боялся этого. Когда бульдозерец гнал эту глину-то, она с у него такими комками, ну он видно где у него просто. А глина-то все сильно не очень влажно. Тут да. Ну, а там она, он начал просто проваливаться. Ну там, где внизу, конечно. И нам мне пришлось прекратить эту работу, иначе я его отсюда не вытащил. Сколько дней он работал здесь? А? Бульдозер сколько дней работал? Семь. Семь дней. Полных дней. Дорого, наверное. Очень. 1500 за час. Это мы я по интернету посмотрел, да, как, да, какая да. Марка, это совершенно в норме. Да, да. Ну и он курящий хотя бы, из кабины не вылазил, он не нарушал наши правила нигде. И если заправляется, а я все время писал, сколько это высчитывается, это нету
обедал нету. Ну, ему буквально по минутам считали. И еще обошли, что? Когда чаще стоит кто-то. До этого приезжали в Барнаулу, они все вымерли, и все просмотрели. С одной ноги тебе тянут тянут, не стали пропускать другого. Он своим ходом пришел в печать. И часовая так работает. А это какая организация или часть его трактора? Организация у нас поднятым. Игнатий Тихонович себе покажет. А что я покажу? Ну, встаньте, ты проехал. Да нет, это вы, я вам говорю. Он сейчас проедет, колеса широкие. Сразу, вот смотрите, видите, прошел. Здесь камни. Все придавил, разровнял. Просто проехал. Что ему говорить? Нет, я не буду ничего говорить. Вы мою машину проложите. Пускай сколько возможно вот это вот, чтобы это не было, сравнять. Нет, скажи, пусть опустит. Как сейчас он прогнал, скажи, опусти. И пусть он посередке пройдет, вот как это было, вот. Вот здесь вот. И маленечко вот это вот все затянется. Ну-ка посмотри еще раз. Это вот это погода вот это вот сделала. Скажи ему, пусть опустит. Хорошо. Соберет эту камеру. Скажи, потихоньку опусти, и как сюда проехал, так и здесь. Лишние комки убрать с дороги. Пусть утащит. Все. Нет, ну останови. Скажи, останови, скажи, опусти. Постой, стой, 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 стой. Опусти. Давай, он не понял. Он понял, понял, все понял. Дай ему сигнал. Давай, бери свой велосипед.